Привет всем! Я Елизавета Марченко, и я рада приветствовать вас в 12-м выпуске школы онлайн pole dance. Сегодня мы разберем технику выполнения срыва в балерину или ее вариации. Сначала попробуйте разобрать элемент, стоя на полу. Также не забывайте выполнять элементы на обе руки. Поворот выполняется в сторону нижней руки. Для этого нужно взять замах, развернув корпус в противоположную сторону от руки, повернуться, переставить руку и вынести ногу за пилон. Еще раз обратите внимание, выполняем поворот в сторону нижней руки. Успешных и продуктивных вам тренировок! С вами была Елизавета Марченко. Увидимся в следующих выпусках школы онлайн pole dance. Пока-пока!